эти 20%, 16-20%, за которые потери он не отвечал, Рав Илиш, это была ему плата за то, что он был менеджером. Или наоборот. И палка бефседа тре тальте бага. Они договорились, что если, не дай бог, будут потери, они потери будут поделять пополам. Но если заработают, то Рав Илиш зарабатывает 2/3, а те зарабатывают 1/3. Поэтому вот эта 1/3 или 1/6, которая остается, это была ему оплата за его труды. И палка багар тре тильте бефсе, и палка бефсе тре тальте багар. Итак, есть, которые говорят, что именно так и нужно делать, что человек, который, как вы сказали, один вкладывает, второй работает на него, тот, кто работает, должен получить что-то, хотя бы даже символическое, за свои труды. Мы продолжим на следующем листе. Баруха Дунай Ваулам.